от имени всех мужчин института, от младого до старого, поздравляем с наступающим женским днем. Желаем всем женщинам прежде всего здоровья, хорошего настроения, чтобы все было благополучно, вот, мир был, значит, в стране, вот, и дома была радость. Женщина самая прекрасная, что создала природа. Женщина – основа любого государства. Женщина – мать. Женщина – воспитательница. Женщина можно назвать и кормилица. А вот у казахов есть такая поговорка. То, что мать одну ночь со своим ребенком высидит, не спит, ребенок за всю свою жизнь не оплатит. Это не зря сказано, понимаете? И вообще, я как биолог могу сказать, что основа жизни всего человечества – это женщина. Без женщины нет нас с вами, без женщины нет радости, без женщины нет любви, без женщины нет того уюта, и без женщины нет того семейного счастья, которое мы мечтаем. Поэтому я предлагаю всем мужчинам быть мужчинами в полном смысле этого слова. Всегда уважать, любить женщину и как мать, и как женщину, как прекрасную, которую создала природа. В самый прекрасный и светлый праздник, 8 марта, я желаю вам, дорогие наши женщины, 8 женских и весьма необходимых вещей: мира в семье, покоя в душе, здоровья в теле, радости в глазах, любви в сердце, легкости в ногах, приятных слов в ушах и красивых цветов в руках. И пускай эта восьмерка будет вашей постоянной жизненной спутницей. Желаем вам вечной красоты и молодости. Огромного вам счастья! Құрметті әріптестер, шұғылалы көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әйел ол сұлулықтың, әсемдіктің, ізгілік пен дархан көңілдің, мейірімділіктің символы. Шығыста әйел бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді дейді. Сіздер адамзаттың ең бір асыл перзенттері ғана емес, сонымен бірге табиғат бойларыңызға ақыл мен төзім, іскерлік тартқан абзал да ізгі жансыздар. Өмірді нұрландырып, шаңыраққа шаттық нұрын себестер. Сіздердің қолдауларыңыз әркімнің жүрегінде сенімділік ұялатып, шуақ сыйлайды. Баршаңызға зор денсаулық, баянды бақыт, көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Уважаемые женщины, коллеги, от всей души хочу поздравить вас с наступившим праздником 8 марта. В этот весенний день хочу пожелать вам всего самого хорошего, здоровья, счастья, чтобы дома у вас все было прекрасно, чтобы ваши дети, если они есть, конечно, вас радовали, ваши внуки вас тоже самое радовали, мужья не забывали вас, любили вас, чтобы в вашей семье всегда творил мир, покой и тишина. С наступающим праздником вас, уважаемые женщины! Уважаемые дамы, коллеги, в этот весенний день разрешите мне поздравить вас с наступающим 8 марта. Пожелать вам счастья, благополучия, успехов в семейной, трудовой жизни, чтобы все вас радовало. И в этот весенний день дарил вам только лишь радостные минуты. Благополучия в семье и успехов в работе. Еще раз хотел бы поздравить вас с этим весенним праздничным днем. Благодарю.